Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. В этом ролике мы опять поговорим об афоризмах и цитатах Михаила Ахманова-Нахмансова. И, кстати, на этот раз не из книг о Ричарде Блейде, а из других его книг. Также мы впервые здесь выйдем на афоризмы и цитаты другого писателя, Владимира Кузьменко. Но будут понятны афоризмы и цитаты из других источников. Ну и с вашего позволения начну. Первое лучше зачитаю. Сон тела есть трезвое бдение ума, и закрытые глаза открывают истинный свет. Гермес. Ощущение собственной значимости поднимает моральный дух. Так, следующее тоже лучше зачитаю. Разум еще не делает человека человеком. Необходимо что-то еще, неощутимое, но столь же важное. Воистину деньги правят миром, а если не деньги, то заботы о них. Любопытный солдат, мертвый солдат. В торговом деле не пустишь пыли в глаза, не дождешься уважения, не получишь выгоды. Голодный солдат – злой солдат, а злой солдат – хороший солдат. Следующую тоже лучше зачитаю. Когда нет твердого знания и надежной информации, пригодятся и смутные пророчества. Лучше уж так, чем брести совсем слепую. Не лезь в гадючник без сапог. Стая товарищей, террариум единомышленников, толпа индивидуальностей. Не убедишь, не обманешь. Терпеливому солдату сержант постель стелет, а взводный чай подают. Он принимал взвешенные решения, предпочитая думать долго, но действовать быстро. В делах войны и любви не стоит торопиться. В конце концов, можно хранить верность нам, если эти сны прекрасны. Женщины любят победителей, а стервы в особенности. Не дергай затвор, коль магазин пуст. Следующее тоже лучше зачитаю. Таковы женщины. Тщеславны, но радуют глаз, капризны, но дарят нам счастье. Обожают роскошь, но в горе и бедности мудры. Следующее тоже лучше зачитаю. Скажите, не притупляют ли чувства разум? Я спрашиваю, потому что мне неизвестно, что такое чувство. Притупляют, честно признался Сергей. Но только тогда, когда разум слаб. Сильный же разум, чувства только усиливают. Они дают ему желание, цель, удовлетворение при достижении цели и жажду вечного поиска. Они убивают апатию и безразличие. Следующую тоже лучше зачитаю. Этот народ, услышал он голос уранний, достиг в своем развитии совершенства. Они жили долго, по вашим земным представлениям вечно. Около 2000 лет они знали секрет вечной молодости. Они могли управлять генетикой. Среди населения не было бедных. Всю работу выполняли автоматизированное производство. Роботы делали машины, роботы производили пищу и одежду. Роботы учителя, врачи и инженеры, слуги. Роботы строили дома, прокладывали дороги, роботы летали в космос. Чем же занимались? Что же делали люди? Не выдержал Сергей. Люди занимались спортом, любовью, искусством и наукой. На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках.